Российско-монгольские военные учения «Селенга-2016» в Бурятии набирают обороты. Военнослужащих с обеих сторон приняли участие в военной тренировке с боевой стрельбой. Учебные цели необходимо поразить из замаскированных укрытий, но сначала скрытно выдвинуться на огневые позиции. Вот как это выглядит с места механика-водителя. В маневрах участвуют до 1000 военнослужащих с обеих сторон, 200 единиц вооружения и военной техники, в том числе и авиация Восточного военного округа. Совместные российско-монгольские учения «Селенга» проводятся уже 9-й год подряд.